Всем привет! С вами Ярославна Громакина. Мы продолжаем прокачивать нашу страничку и группу ВКонтакте с помощью социальной активности, а именно с помощью комментариев. Сегодняшнее наше задание называется «Рифмоплет». Первый человек пишет слово, следующий подбирает к нему рифму. Итак, мы продолжаем. Если вам кажется, что это задание слишком простое, вы можете предложить какое-то словосочетание или целое предложение. Можете поставить условие, что должен получаться связанный текст, если, например, вы пишете предложениями, да? Целая поэма. Рифмоплет. Начинаем.